Деньги есть, но ими не расплатишься. На Ставрополье в небольших населенных пунктах по-прежнему не хватает банкоматов. О проблеме с терминалами говорили сегодня на планерке в Думе края. Как прозвучало, к парламентариям продолжают обращаться с жалобами. Люди просто не могут превратить в наличные средства на банковских картах. С руководителем Сбера непосредственно по этому вопросу я разговаривал. Он говорил, что зачастую они готовы идти и устанавливать, и сегодня установлены эти банкоматы в маленьких населенных пунктах, но зачастую администрации этих населенных пунктов элементарно не хотят ставить будь то администрацию, будь то дом культуры на какую-нибудь охранную систему. Они говорят, нам это не надо, а естественно оттуда уже и кражи. Вот недавно буквально было несколько краж, люди умудряются за 10 минут выдернуть этот банкомат и раскурочить его, естественно, вытащив оттуда деньги. Поэтому здесь нужно нам этот вопрос прорабатывать совместно с администрациями наших поселений. Говорили на совещании и о проблемах ЖКХ. Многие из них помог выявить прошедший на телеканале «Свое ТВ» информационный марафон, отметили депутаты. Особенно много вопросов к программе капремонта многоквартирных домов. Она реализуется в крае уже третий год, а люди продолжают спрашивать о том, как стать участником, какие виды работ выполняют, как контролировать их качество.